год друзей российский Дед Мороз объявляет всенародный фотоконкурс «Что такое дружба?». В конкурсе принимают участие фотоработы, в которых раскрывается тема дружбы и друзей. Фотоконкурс стартует 15 марта 2015 года и продлится до 15 сентября 2015 года включительно. Для участия в конкурсе принимаются работы в хорошем качестве, разрешение не ниже 1000 пикселей, категория 0+. Работы направляются на специально созданный электронный адрес foto-ddm@mail.ru. Участие в конкурсе могут принимать жители любой точки мира всех возрастных категорий. По итогам конкурса российский Дед Мороз выберет лучшую фотоработу, а ее автора лично пригласит на празднование своего дня рождения 18 ноября 2015 года в город Великий Устюг. Справки по номеру 8 817 38 5 21 24.